То, что произошло накануне ночью на пересечении улиц Северной и Ломоносова, можно назвать двумя словами – фатальная невнимательность. Молодая женщина, переходя дорогу, не обратила внимания не только на сигнал светофора, но и на то, что происходит вокруг. Мужчина, сидевший за рулем седана, не заметил пешехода на переходе. В итоге 33-летняя женщина оказалась в больнице с ушибом головного мозга и тяжелыми переломами. История едва не повторилась на пересечении Мачуги и Фадеева, правда, в этом случае большинство водителей велосипедистов все-таки заметили.